Плюсовые температуры января привели к снижению снежного покрова в лесу. В Карелии и Ленинградской области из-за этого на дороге чаще стали выходить лоси. Северо-западное управление Росприроднадзора напомнило водителям о правилах поведения. Если вы заметили животное вблизи с дорогой, лучше притормозить. Не стоит сигналить и пытаться ускориться. А в группе «Весь Петрозаводск Карелия» опубликовали видео встречи с диким животным на узкой лесной дороге, предположительно в Кемском районе. Никто из участников встречи, включая Сахатова, не знал, как себя вести. По поведению лося можно предположить, что он испугался, но и уступать дорогу не собирался. Ты что бычишь? УАЗик не видел. Отойди уже в сторонку. Нет, говорит. После 2 минут уговоров и взятки в виде целой буханки хлеба лось все же освободил путь и ушел во свояси.